Доброе. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады очередной встрече с вами. Мы давно с вами дружим, как мне здесь сказали. Мы лично с вами дружим уже третий год. Ну а Центр детского творчества «Гармония», я уверена, что очень много лет уже приходит и радует вас, и поднимает вам настроение, и получает удовольствие от встречи с вами, конечно. В декабре у нас очень много праздников. Это, конечно, и День пожилого человека. И сегодня День Конституции, всех вас поздравляю с этим днем. Впереди у нас Рождество, но все-таки самый главный праздник – это Новый год, который мы уже готовы отмечать. И мы сегодня хотим пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы ваше настроение было превосходным, чтобы вы обо всем забыли плохом и думали только о хорошем. И я надеюсь, что дети наши, которые сегодня пришли вас поздравить и поделиться своим творчеством, вам настроение поднимут, ну а вы потом с этим настроением пойдете в Новый год. Кажется, козы, да? Пилявцы. Ну, в общем, какая разница? Главное, что в Новый год вместе с новыми настроениями. Итак, начинаем концерт наш волшебный. Пусть музыки, звуки вам тронут сердца. Позвольте озвучить сейчас номер первый и вызвать на сцену на эту певца. Юного, конечно, и начинающую певицу. Сегодня они в роли Деда Мороза и Снегурочки.